Всем привет, с вами Айри. Это Hollow Knight 24 серия, правильно? В прошлой серии мы допроходили Кристальный пик. И в этой серии мы как бы, наверное, пока... я не знаю, наверное, мы пока приостановим немножечко бэктрекинг. Хотя нет, наверное, не приостановим. Нам осталось еще одно место, которое мы не прошли. Во-первых, я хочу купить этот ключ. Мне нужен. Будет скоро. Ну, не знаю, что можно тут купить. Почему нет? Она пока одна. А, кстати, еще нету. Есть. Еще 900 есть. Окей. Во-первых, еще раз хотел к братья зайти. А ее здесь нет, кстати, интересно. А, она спит, стоп. Стоп. Джанна. А я не могу с ней поговорить. Ну да, тут все то же самое. Ничего не поменялось. Ладно, давайте, наверное, пройдем. Да проходим глубинное гнездо. У нас тут, во-первых, босс. Есть еще одно место, которое я, в принципе, не очень хочу проходить. По крайней мере, без определенного амулета, который мы, я думаю, что довольно скоро получим. Не в следующей серии, но через серию, наверное. Может, через две, не знаю. Через серию, скорее всего. Мы Зота не спасли в очередной раз. Вот прям под скамейкой на трамвае, на неисправном трамвае. Там вниз надо сходить. И убить босса надо. Так что мы, наверное, сделаем эти две вещи в этой серии. Поэтому я пойду сейчас в глубинное гнездо. Там мы этим делом займемся. Легкая деревня. Я сейчас, короче, дойду до этого места, куда мне надо. Ну, и мы продолжим. Так. Немножко прямого включения. Я увидел, что здесь есть гусеничка. А что внизу? Угу. Ничего сложного. Даже гусеничка настоящая. Бывает. Так, ну, с другой стороны, я, в принципе, почти пришел, так что я не буду запись выключать. Кстати. Немножко гео. Ну, собственно, там наш старый знакомый. Пойдем его освободим. Здесь. Странно, оно разрушалось. Здесь снизу нельзя сюда попасть. А, здесь можно другим путем пройти. Вообще надо было на самом деле его оставить изначально в покое и забить вообще. Ну теперь придется иметь тело. Так, как сюда вообще попасть? Ну, вообще вот здесь рушилось.
Ну, теперь нет. Странно это как-то. Может, с другой стороны... Ой. С другой стороны вход. Здесь я не вижу прохода. Ну, видимо, да. Так, идем сюда. Так, теперь идем туда. Там у нас тоже был спуск. Сюда. Тут не были. Тоже не были. Чего это? Чего внизу? Это неизвестность. Куча сейчас пауканов будет. О, началось. Дождь из пауканов. Это, возможно, имеет сначала смысл от них всех избавиться. Все, все закончились. Так, это назад. Ничего нету. Да. Эй, что ты творишь, мелкая неуклюжая букашка? Размахиваешь своим ржавым гвоздиком в темноте? Ты почти попал по мне, а если попал, то это был бы твой последний удар, поверь. Я могучий Зод, великая слава рыцарь, мое оружие, жизнь уносящее, прикончил бесчисленное количество врагов. Вот глаз долой или последуешь за ними? Хочешь выбраться из этих темных тоннелей, будто бы мне есть дело. Нет, я не выведу тебя отсюда. Благодаря моей великой памяти я точно знаю, куда идти, но я всегда путешествую один, уйди в глаз моих. Ну, в общем, он все в своем репертуаре. Но в целом, да. Прошли. А, ну. И здесь по факту все. Так что я сейчас вернусь на скамейку. Просто перезайдя в игру. И мы пойдем убивать босса. Точнее, пытаться это делать. Так что пауза. Так, продолжаем. И я не буду сейчас особо прерваться. Пойдем напрямую. Нам надо немножко вперед и вниз. Сюда? Да. Вообще изи. О, стоп, что? Труп гарпида. Для записи. Так. Сюда мы пока не можем пройти. Стоп, а мы вообще можем пройти тогда в таком случае дальше? Здесь вроде бы есть секрет какой-то. Где-то. Нет? Или туда только можно с Shadow Clop'ом пройти? Если так, то... Это грустно. Тогда здесь пока нам нечего делать. Я думал, сейчас носка пойду убью. Но, видимо, нет. Сейчас эту хрень мы пройти сможем не скоро. Не знал, что здесь Shadow Gate есть. Так, сейчас, секундочку.
Да, все потому, что я наркоман и босс не там, где я думал, в другом месте. Все потому, что он здесь. Ну, не прям здесь. Но проход к нему здесь находится. И там. Вот там даже видно. Так что сейчас будем туда подниматься. Наверное, отсюда? Угу. Тут мы не были. Это же гусеничка. Да. Отлично. Ну, это, но это не все. Стоп. За гусеничкой. Только что-то разрушалось опять. Вот. Наш копия стоит. Теперь не стоит. Опять мы. Я не знаю, справлюсь ли я сейчас с ним. В целом. Ну, будем пытаться. Если что, бьют по мне. Так, еще надо понять, куда именно идти. Это путь назад. А нет. Там наверх это куда? Это шорткат. Давайте посмотрим, как именно. А, вот гусеничка. Нам сюда. Угу. Ну, понимаешь, нас заманивают. Очевидно. А, ну приехали. Маск. Да блин. Ладно, хоть так. Ой. Зараза. Ну вот да, его беготня, от нее довольно сложно уворачиваться. В принципе, мы, конечно, можем на него пока забить и заняться чем-нибудь полезным. Даже не знаю. С другой стороны, если я его сейчас убью, я смогу гвоздь проапгрейдить. А, так. Ну, вот это мне сейчас не поможет. Как? Может, вот это? Да. Можно вот это поставить, в принципе. Ну, что хорошо, здесь можно восстановить немножко манки. Ну, в общем, я сделал на него несколько подходов, наверное, так что пока пауза.
Идет. Попробовать. Нет, что-то как-то не пошло. Сейчас еще разок. Так. Пытка номер три. А, блин. Угу. Блин, зря отошел. Блин. Ну, идея ясна. Короче, вот эта стеночка, она тащит. Ничего, будем пытаться. Так. Прежде чем начать, я поменял немножко билд, взял пожиратель душ. Я не уверен, что мне это как-то поможет, но попытаться стоит. Если не поможет, ну, возьму что-нибудь другое. Сразу. Так я его буду, конечно, долго убивать, я знаю. Ну, что поделать. Я смогу хиляться постоянно. В любой момент. В общем, немножко чизовая тактика, да. Но мне этот босс не нравится совершенно. Ну, мне кажется... Да, блин. Чизить его не так плохо.
Вот я сейчас неплотно стоял. Получил лицо. Надо прям обнимать стенку. Ну, от этого это не спасает. Вась, ты надоел. Как тебе будут бить? Ты хренью страдаешь. Опять. Самый дурацкий бой. Ай. Кстати, я даже немножко не уверен. Все? Лол. Great success. Ну, да. Тактика работает. Она дурацкая абсолютно. Но она работает. Так что берите... Вот эти 4 чармы и успех. И бледная руда. Вторая. Так что мы можем еще раз проглядеть гость, только мне сейчас его не хватит. Но это не проблема. Теперь надо вернуться в город слез. В принципе, я после этого все равно хочу пойти в город слез. Поэтому почему бы и нет. Так что пока на паузу поставлю. Так, я пришел куда хотел. Что? Шел проветрить скорую вернуться, если у вас что-то сочное, ищите меня на фонтанной площади. А, он приезжает. Ну ладно. Дойдем до фонтана. Гордые. Вот он. Чем мы против под кошмарным ливнем? Впечатляющий фонтан, правда? Уверен, если бы мы насладились этим зрелищем еще больше, если бы у нас сверху не лилась эта вода. Но рыцарь наверху должно быть был важной шишкой. Плашка на постаменте упоминает его жертву. Есть в этом что-то зловещее. Судя по всему, судьба была его ужасна, но похоже он добился того, ради чего пошел на жертву. В моей коллекции столько древности, но малейшее упоминание того, что это была за жертва. Я скоро вернусь в свою лавку, если так и буду стоять, мне скоро стойки снесет. Заходи, если хочешь, если есть древности, само собой, не бить и болтать так. Че, он назад сейчас вернется? Да. А мне надо, получается, 2000. Ты можешь продать вот это. Идол короля, да. Король Холонеста был скрытной фигурой, почитаемой горожанами за бога. А так как короля видели нечасто, обычно они поклонялись этим идолам. Сделано не искусство, в наши дни на такое мало кто способен. Печать Холонеста, да, давай ее сюда. Больше тебе ничего нет. Если нет, пускай носи свою мокрую накидку из моего жилища. Ну, в принципе, все. Не, сейчас будет 2000, это же не проблема. Сейчас это вот убьем Васю. Че, нет? Ну да, все. Чу. Ну, кстати, у них оранжевые глаза именно из-за чумы. Если что. Если кто вдруг все еще это не понял. Которую мы выпустили. Ну, она и до этого была. Пока усугубили все.
Но это было правильное решение. На самом деле. Вернулся, вижу, у тебя есть немного бледной руды, металл редкий был. Ну, в общем, да. Ничего нового не говорит. Приковка завершена, я завел твой гвоздь. Задачка была не из легких, ты почувствуешь, что он стал сильнее. Иди же попробуй ряды своих противников. Давайте посмотрим. Классика. Я хочу попробовать на стражниках. Поинтереснее в этом плане. Ее с двух ударов, да. Ну что ж, это все неплохо. Так, ну что я могу сказать? Мы, по-моему, закончили гранд-тур по всему этому делу. Кажется. Закончили с бэктрекингом. Его было, конечно, много. Я, кстати, сейчас хочу кучу проверить сначала. Чем заканчивать? Я не помню. По-моему, я не открыл дорогу. Но вдруг открыл. Сейчас кучу проверим. На этом в любом случае закончим. Недалеко идти. Он мне не открывал эту дверь. Да, я ее не открывал. Ну тогда придется через древний котлован проходить назад. Точнее, через что там. Есть эти лифт в землю упокоения, но, по-моему, он тоже снизу дверь работает, а не сверху вниз. В общем, в следующей серии мы пойдем проходить город слез, его, получается, что, восточную часть. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. И до новых встреч. Всем пока.